должен был состояться крупнейший петербургский фестиваль в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади. Я вложил туда все, что у меня осталось в жизни, все свое состояние. Хотя оно не было таким большим, но я вложил в него, потому что я считал, что это моя лебединая песня. И когда город был уже готов к этому фестивалю, в Каннах прошла презентация, президент Каннского фестиваля был в гостях на Творцовой площади, все ждали этого события, опять моему старому другу, Никите Сергеевичу, да, удалось, но не Хрущеву. Удалось эту ситуацию остановить. Ситуация была для меня, я не могу сказать, тяжелая, она была трагической. Она была трагической, потому что в тот момент, когда я понял, что это не состоится, и что 2 года жизни ушли на смарку, и что вернуть это уже будет не в силах, я и свалился в больницу.